Всем привет! Вы на канале Слава Стар! Сегодня у нас битва Бейблейдов. Привет, привет, друзья! Итак, Никитос заработал. Кого ты заработал, Никитос? Геркулеса! Геркулеса! И ты хочешь сделать супер битву? Мы хотим сделать битву Геркулес на Геркулес, да? Хотите? Да! Крутой будет бой? Да, да. Итак, Никитка, ты распечатываешь? Давай! Никитосик распечатал? Да. Да, собрал? Да. Показывай. Итак, вот Геркулес у Никиты. И вот Геркулес у Славы. Покажи, Слава, Геркулес. А я знаю, как их отличить. Как? Вот вы видите, у Славика этот лук, он более такой темный. У меня более такой... Блестящий, да? Да. Да, ну давайте посмотрим. Вот, смотрите, папа. У Никиты блестит, у Славы не блестит. А у нас я сегодня крутой... Папа, да. Давай дадим сканировать. Сосканировать? Давайте дадим сосканировать, ребят. Давайте. А тут ничего нет. Как нет? Ах ты, шутник, Слава, шутник. Хорошо, ребята, давайте. У нас сегодня крутой бой. Непреможный Геркулес против непобедимый Геркулес. Вы готовы, ребята? Давайте так. Какой, ребята, кто проиграет? Мы играем до 5 победных раундов. Давайте так. Сколько? 5? 5. 5 победных раундов. Мы играем до 5 победных раундов. Кто проигрывает, тот отжимается. 25 раз, ребята. Нет, Никита. Никита будет 30. Он захотел 30, если он проиграет. А если проиграет Слава, то Слава будет отжиматься 25 раз. Итак, мы играем до 5 победных раундов. Первый раунд. 3. 2. 1. Пуш! Пуш! Кто-то знает, где чей Геркулес? Я вижу. Да, я тоже вижу. Ой, Никитин такой серебристый, он так светит. Ну, как классно. Смотри, как классно они дерутся, ребят. Я круто так запустил, что... Вот мой. Никитин победил в первом раунде. Я напоминаю, ребята, мы играем до 5 победных раундов. Кто побеждает, тот не отжимается. Кто проигрывает, тот отжимается. Никита отжимается 30 раз, если он проиграет. Слава отжимается 25 раз. Это по просьбе Никиты. Никита захотел 30. Итак, Никита, я поздравляю, ты победил в первом раунде. Следующий раунд. 3, 2, 1. Пуш! Ты думаешь, я Бейблейд, да, снес? Да. Посмотрим сейчас. А знаете, почему Слава так быстро умерзился? Потому что в запуске я на него напрыгнула. Наверное, так, Никита, я поздравляю, ты побеждаешь во втором раунде. Слава, что такое? Соберись, сынок. Что такое, а? Что, расслабился? Не было соперника нормального, да? Поэтому ты так запускаешь? Плохо? Может, лучше будешь запускать? Давай, Никитос, ты побеждаешь уже во втором раунде подряд. Молодец. Ребята, вы готовы? Всегда готовы! Поехали. 3, 2, 1. Чего? Ты плохо запустил? Я вообще не запустил. Ну, посмотрим. Пойдем. А так, надо верить в победу, сынок. Возьми другое пусковое устройство, попробуй им. Да, Слава, ты тут проиграл. Старички всегда проигрываются новичкам. Итак, 3-0. Никита, ты побеждаешь Геркулеса Славиного уже. 3-0. Сынок, ты первый претендент сегодня на отжимание. На 30 раз. Итак, Слава, поменял. На 30, да, ты 25. Правильно, молодец, внимательный. Итак, сынок поменял пусковое устройство. Ему кажется, что это пусковое устройство будет лучше и сильнее запускать. Ну, посмотрим. 3, 2, 1. Пуш! Пуш! Вот, сейчас лучше, Слава, запустил. Да, что ж ты не взял сразу пусковое устройство? А ты сам тебя вот это бери. Да, так это я виноват? Да. Ну, посмотрим. Если ты сейчас выиграешь, то папа будет за тебя отжиматься. Ничья. Да. Ничья. Поэтому папа не отжимается. А сейчас я выиграю. Хорошо, ничья. Итак, Никита, ты пока выиграешь в трех раундах. Если я сейчас выиграю тут, тогда
тогда папа будет. Нет, я да, только что не... так сказал. Ну ты ж не выиграл. А тогда я сейчас выиграю. Ну, давай, хорошо. Я давай. Так не думаю. Хорошо. 3, 2, 1. Посмотрим. Никита, ты побеждаешь в 3 раундах уже. Давайте, если Слава сейчас выиграет, хорошо. Слава захотел еще раз. Если вдруг он сейчас победит, то папа будет отжиматься. Вместе с тобой, сын. Да. Тогда я буду на тебя. Нет, на меня не надо. Нет, Слава, ты здесь проигрываешь. И это счет 4-0. Никита, ты выигрываешь. 4-0 уже. Геркулес твой побеждает. Слава уже, ребята, Слава хотел уже забрать Никитин Геркулес, конфисковать себе, да, Слава? Я не увидел. Не увидел? Ну хорошо, я поехали. Не видел, он к тебе. Следующий раунд, поехали. 4-0 побеждает Никита. Слава, ты хотя бы один раунд выиграешь или нет? Нет. Нет? Нет. Слава, ты хотя бы одну битву выиграй, пожалуйста. Хорошо? Пуск! Посмотрим сейчас. А я сейчас побежду, когда папа со мной отжимается. Да, Слава, я поздравляю тебя. Ты победил в одном раунде, папа будет с тобой отжиматься. Хорошо, договорились. 4-0. Ну, я после тебя. Я буду снимать, а потом ты. Ну, я отожмусь, хорошо? Но мы это не покажем. Окей? Да. Почему? Почему не будем показывать? Ты красава. Ладно, давайте, хорошо. Папа, ну папа отожмется, давайте. Итак, следующий раунд, ребята. Супермен в трусах. Супермен в трусах, да. Хорошо, ребята, ну никто же этого не видит. Мы играем до 5 раундов. 3, 2, 1, пуск! Пуск! У меня плечо заболело. Да? О, мой чужой рассвет. Вот так, вот так. Никитин блестит, видать, блестит от побед. Да. Посмотрим, кто победит в этом раунде. Молодец, Слава, ты научился запускать свой Бейблейд. И это счет, ребята, уже 4-2. Молодец, сын, молодец. Давай, если еще одну победу, то тогда ты не отжимаешь. Не, ну ты отжимаешься. Это условие у тебя с Никитой. Это просто было условие, что я буду отжиматься. Правильно, с тобой. Поехали, поехали, ребята. Следующий раунд. 4-2 уже, Слава догоняет. 3, 2, 1. Пуск! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Если еще ты меня припыгнешь. Нет, я на тебя чуть-чуть дотронусь. Дотронусь, только припыгнешь. Я не могу смотреть на это. Смотри, это победа твоя, Слава. Моя? Да. Молодец, сынок. Это 4-3, ничего себе. Это подождите, еще Никита может отжиматься. Как это? У меня уже 3. Ну как, ты молодец, хорошо запускаешь. Вон Никита уже натирает свой Бейблейд. 3, 2, 1. Пуш! Ух ты, как классно вы запустили. Был такой аж звон это ваших мой. Бейблейдов. Это звон мой. Металла был. Это мой что. Был. Да, аж звенел. Ребят, заметь. Кто сейчас победит, Слава? Мой чуть-чуть какой-то потол. Вот, Слава, ты победишь сейчас. Это счет 4-4. Ничего себе, Никита, как такое может быть, а? Никитос, классно, сынок? Да. Ты доволен? Никитке нужно было заработать всего лишь 1 очко, да, и он бы победил. А так заработал ты 4, и поэтому у нас счет 4-4, Никита. Я постараюсь. Ты стараешься? Ну давай, сынок, постарайся. 3, 2, 1, пуск! Ну, ребята, давайте, кто? Геркулес, Геркулес, Геркулес. Геркулес. Давайте, давайте, давайте. Серьезно. Ребята, кто победит? Я уже вижу, кто победит, ребята. Да, я тоже. Слава, я тебя поздравляю, Слава. Ты победил со счетом 5-4, Никитос. Как так, а? Ой. Никитка, Никитка, не знаешь? Отжимайся 30 раз. Видишь, как бывает, Никитос?
Давай, 30 раз, давай. Нет, мам, ты же говорил 30. Нет, может 30. Да, я говорю хорошо 30, если ты проиграешь. Ты захотел поджимать? Раз, 29, 30. Вот это молодец, Никитос. Видишь, как бывает? Никита, не нужно расслабляться, нужно играть до конца. Ты понял? Я же говорю всегда, играй до конца. Да, Слава? Я могу вам рассказать мой секрет. Какой? Я будто вот так жму свою запускалку туда. И потом выдираю, и он так запускается. Молодец, сынок. Не, сын, дай я тебе пожму руку. Ты молодец. Ты не расстроился. Ты собрался и победил. Поэтому папа тоже отжимается. Я, как и обещал, то есть я отжимаюсь, а ты не отжимаешься, потому что ты, сынок, выиграл. Умница, молодец. Я тебя поздравляю, красавчик. Никитка, ну что, я буду отжиматься тогда, хорошо? Давайте. Я отжимаюсь, но мы это не будем показывать, хорошо? Да. Друзья, понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Слава, Слава и Никита. Всем пока-пока.